Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Агент 007. Продолжить. Я там же где-то у окошка, блядь, лазил. Залез. Так, загрузите в компьютер Мэхью. Оставайтесь незамеченными. Так. Но это не тот компьютер. А вот это уже ближе к нему. Так. Так, что еще? Вроде все данные сделал. Обратно идти? Где у нас там? Ну-ка, кстати. Так. Ни хрена, да? Так, ладно. Нам куда? Туда. Должно быть, эта дверь ведет в комнату терминала. Возможно, открыть ее тебе поможет твой ключ. Помог. Так, открываем. Что у нас тут? Компьютер. Файлы получены. Подожди, а у меня что, ничего нету, что ли? Охренеть, я на вас потратился. Где мне сейчас бронь брать? А
вас там еще двое. У тебя есть данные, Nightfire? Отлично. Тем не менее, перед тем, как ты уйдешь, мы должны узнать точно, что же Дрейк планирует делать дальше. Поставь один жучок в комнате для собраний, а второй в личном кабинете Дрейка, расположенном в пентхаусе на крыше. Удачи тебе. И нет, хоть бы что-нибудь, где-нибудь. Бронежилет. Ну хоть так, блин, чем никак. Так. Я уже же здесь ставил. Все поставлено. Так, так, так. Комната заседания директора. Поставь жучок в офис в пентхаусе Дрейка. Так, а где комната заседания? Здесь не комната заседания. Комната заседания должна быть со стульями, столом большим там. Твою мать. Вот он. Прорвался. Так. В офис в пентхаусе. Понятненько. Вот здесь, наверное. Пентхаус наверху. Ты должен уходить отсюда, Джеймс. Это ловушка. Я никуда не пойду. Ты не понимаешь. Дрейк не смог получить доступ без пароля, и он не позволит тебе забрать информацию о ночном огне. Эта лестница выведет тебя в безопасное место. Это твой единственный шанс спастись. Нет, если Дрейк тебя найдет здесь... Неужели ты думаешь, что ты единственный шпион, который может убедить человека? Ну вот так вот. Прошу тебя, Джеймс, уходи! Сваливайте уже! Джеймс! Блин, а я... А, это не тот Бонд, это там другой Бонд был. Ринакался-то я там. Подожди. Тут нету ничего такого. Вертолет. Вертолет, блин. Загрузить. Так, видимо, когда я приближусь, тогда вертолет и пойдет. Смотрим, может где-то пластины валяются. Я бы от них не отказался, учитывая, как меня покромсали нахрен. Так.
задача, значок установлен в пентхаусе. Мать его. Так. Давай, быстрей. Успел. Давай. Почему ты не заходишь? Кто там? Давай, вертолет надо сбить, да? А где этот вертолет? Не вижу. Не вижу. Ну что-то где-то взрывается. Так, минутку. На твою мать. А это что не... Охренеть. Так. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Вот он, вот он, вот он. Что не так? О! Ну, падла, теперь повоюем. Только подожди, сначала сохранюсь. Так. Да нет, сохранить. Давай. Не вижу.
блин. Мимо. Сейчас подзаправлюсь, подожди. Ох, господи. Вариантов-то мало. Как мне тебя сбивать так, что ли? Сбил! Ха-ха! Британия, конечно! Дика! Павел, Дика, где ты? Твое? Извините за вторжение, леди, но вы не подбросите меня на машине? Не собираемся. Охренеть, взяли незнакомца кого-то. Мы расшифровали файлы ночного огня, которые вы достали прошлой ночью, агент 007. В них содержится тревожная информация относительно взрыва ядерного завода неподалеку от Токио. Корпорация «Феникс» подписала с ним контракт. Мы подозреваем, что внутри завода ведутся какие-то секретные эксперименты. Вы должны проникнуть на завод и выяснить, что скрывает Дрейк. Как всегда, агент 007. Желаю удачи. Каким-то образом ему удалось проникнуть в комплекс. Он прошел мимо охраны. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы этот паршивец не проник в учебное заведение. Конечно, мы должны будем достойно отблагодарить его за такую дерзость. Ты-то кто такой? Мне это доставило удовольствие, Рок. Рок. Ладно. Так, обнаружьте и уничтожьте рука. Так. Понятненько. Уходим отсюда, шпион. Чисто. Шпион. Уходим отсюда. Вот так.
Как баран. Что еще здесь, блядь? Вперед. Где ты? Так. Приближаемся. Пошел, пошел, пошел. Вперед. Уходим отсюда. Мать его, ну как мне забрать-то его? Уходим отсюда. Снимите его как-нибудь. По мне стреляют. Так. Здесь никого. Блин, блински. Так. Так, ладно, лифт есть. Где тут что? Ни хрена непонятно. Вау, ну-ка. Так, ладно. Блин, а как отсюда выбираться так же? Так же выбираться. Сохранимся. Так, получите доступ к тренировочному оборудованию. Астронавтов уничтожить. Так, спуститесь в подвальное помещение на лифте. Будем искать, значит, лифт.
Бля. Здесь я был. Энергию включил. Здесь я тоже всех перебил уже. Блин, а куда мне? А, вот. Понятно. Где-то есть, да, код или карта какая-то. Ладно, смотрим. Подожди, мы тогда переиграем маленько. Ни хрена себе с такими потерями идти. Не то. Какой же нахрен Джеймс Бонд? И сохранимся там вот здесь. Так. Так. Ладно. Ва-ха-ха. Это что за блин? Для чего они? Неизвестно. Ладно, у нас тут еще немного пластин осталось, но я думаю, навряд ли мы сюда уже вернемся. Я так предполагаю. Сохраняем. Так, вот это вот удалить. Сохранить. Ни хрена себе, ну-ка заново, мы сейчас на баранью проще.
где у нас баран? Вот так. Блин, боюсь стрелять туда даже. Так. Это шпион. Вот так. Вот перед тем, как мы сюда пойдем. Ой. Прекрасно. Блин. Что-то мы сделали. Так, ладно. Блин, 47. Единственное, что от барана, блин. Вот эти придется. Хренакать. Сохраним. Наш результат. Блин, чем дальше, тем сложнее и сложнее. Так. Включите турбину для выкачивания шлюзов. Выкачите воду из шлюзов. Ага, все-таки вот так вот надо было. Так, а я здесь был. На. Ни хрена, загрузим. Это что, вашу мать? Ладно. Здесь мы что-то должны были сделать. Включите турбины для выкачивания. Выключите воду, обнаружите и уничтожите. Так, получите доступ к тренировочному оборудованию астронавтов. Блин. Так, я не понял, ну вот я стою здесь. Закрыто. Значит, я шел правильно, по идее.
Охренеть. Это недопонимание. Ладно. Сохраним. Не понимаю. Так, ну-ка, сейчас сохранись, нахрен мне. Сейчас бой такой будет мучительный. И вот сейчас я сделаю то, что нахрен в прошлый раз хотел сделать, но не получилось. Где ты, блядь? Какая-то. Ни хрена. Вот так. А я не ленивый. Нет, и не гордый. Где у меня, блядь, здесь? Ну, вот здесь вот. Я даже знаю, где мне патроны пополнить. А потом еще и гранатами закидаем. Блин, жалко, что здесь пластин нету. Вот он, чтоб полностью восполнить. Охренеть. Но оно рассчитано, вообще игра на стелс. Чтоб в стелс режиме. Давай. Так, сохраняем. Удалить, сохранить.
Вот так. Что-то мы включили. Блять, а вот по канализации нельзя туда уйти нахуй. Блин, вообще ни хрена не так, подожди. Так. Уходим отсюда. Вот так. Так. Здесь мы какую-то хероту включили. А теперь можно и пополнять. Так, выкачайте воду из шлюза. Ага, все, теперь на центральную идти можно. Так, подождите, я нахрен сохранюсь, это сложновато уже, даже для меня. Блять, вот как тут? Где? Мать его! Ваши шлюзы, блядь, где? Достаньте космический скафандр, получите доступ к тренировочному оборудованию, обнаружите. Так, это я все запустил. Разбил. Правильно сделал. О! Соответствует моим стандартам, но сгодится. Охренеть. Бля, какая-то мистика. Блять, я не понимаю. А, вот. Так я под водой, блядь. Я думал, я в космос полечу, раз скафандр, блядь.
Вот так вот нахуй. Охранить. Что-то забавное нахрен не выпало. Ой. Надеюсь, вы со мной бухаете вместе. Это чё, сука, за неудавшийся Звездные войны нахрен? Кстати, там такая же байда какая-то, блять, была. Обнаружьте и уничтожьте Рика. Ой-ой-ой. Ага, время какое-то, тайминг. Ладно, ничего страшного. И вот этот, блядь, у нас получается, да? Хрен там. Ладно, смотрим тогда. Смотрим, что он нам тогда преподает. Так. Ага, сейчас короткий будет. Блять, если на раз, два, три не загорается, можно идти. Надо отчитывать просто. Понял. Все, теперь я понял. Блять.
Бля. Ну что, ему смешно, извините, ребята. Сейчас мы справимся с этой проблемой. Давай. Прошли. Блять, не тот тайминг. Первый видим, второй видим, на третий проплываем. Итак, вот сейчас первый видим, второй видим, раз, вот так, на раз, два, три, нахрен, минутку, я сохранюсь нахрен здесь лучше, чем плыть опять куда-то. Мы прошли. Давай, где кто, что? Кто где? А я вооружен, ну и, наверное, опасен. Так, сохранюсь. Куда он делся? Давай. Вини. Так, ладно. Давай. Хрен там. Блять, надо с самого начала. Что-то какая-то ерунда. Загрузить.
Я прям слышу, что он по мне стреляет. Я, да, хрен по тебе попадешь еще. Это я трубил, блядь. Так, сохраню. Результат нахрен. Охренеть, он в меня влепил. Блин. Охренеть, я упал. Обучение.
Блин. Блять, да... Блин, охренеть. Слишком упрощаете мне задачу. Блядь, а как? Thank you.
Надо сохранить, мало ли. Сколько мне его долбить надо, как якудзу нахуй. Так, сохранимся, мало ли, что нам там сопутствует. Наконец-то нахрен! Как этот козлина меня уже задолбал. Падать было веселее всего. Так, ну-ка, садись, кушай. Выходи, или я там все, сейчас повырубаю тебя. Вау! Бейба! Где ты была, Кика? Я должна была найти тебя. Скорее, уходим отсюда. Да, наверное, ты сильно устал, Джеймс. Ты не против немного вздремнуть? Что за предательство, я не понял. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я бы пригласил вас присоединиться к нам, мистер Бонд. Но, к сожалению, вам недолго осталось жить, чтобы насладиться этим. Пригласите Кика, она успеет. Женщины обладают преимуществом над нами. Они могут ослепить нас своей любовью. Но именно для этого у нас есть другие глаза, чтобы следить за нами. Например, скрытая камера на лестнице, которая ведет к Галападу. Я не понимаю. Рафаэль! Хватит, не зли меня больше. Очень жаль, я испытывал к тебе сильные чувства. Теперь ты испытаешь тоже. Сядь! Прощай, Доминик. Возьмите Галопад и позаботьтесь о теле. Нет! Теперь ваша очередь, мистер Бонд. Вы видели, как работают мои сотрудники, но я хочу, чтобы вы сперва насладились этим зрелищем. Она, наверное, выжила.
Лифт. Повезло. Ну что ж, пока.